Три розетки, большой шкаф и белоснежное постельное белье. Такие условия стройотрядовцы сравнивают с хорошим номером гостиницы. Говорят, работать часто приходится на севере и в поездах. Поэтому в вагонах и вагончиках нажились настолько, что даже просто горячей воде рады. Новый город, Озерск, интересный был. Мне было интересно понаблюдать за людьми, какие здесь живут. То есть закрытый город, я думал, это просто четыре стены, ни вправо, ни влево, комендантский час. А тут оказывается обычный город. 26 участников стройотряда заезжают работать на комбинат «Маяк». Все они студенты из Челябинска и Магнитогорска. Самому старшему 23 года. Жить студенты будут в общежитии 16-го лицея в трехместных комнатах на отдельном этаже. С бытовой точки зрения у ребят есть все для нормального проживания. Полноценная кухня, душевая и стиральная машина. Единственное условие – стройотрядовцы должны соблюдать режим общежития. Например, комендантский час здесь наступает с 11 вечера. Там собрали бельишко, все сложили на вахту. Там столик у нас есть. А я пришла, забрала вам и чистенько подложила, и все. И беспроблемно. Студенческие строительные отряды – это всероссийское движение трудящихся студентов. Ему уже почти 100 лет. Стройотряды создают в вузах и активистов группами направляют работать на масштабные стройки. Например, заводы Ямала, железные дороги Сибири и даже олимпийские объекты. На «Маяке» студенты будут помогать возводить новый цех. Перед устройством в Озерск все стройотрядовцы в течение 2 месяцев проходили проверки полиции. Изначально желающих попасть на «Маяк» было около 100 человек. Ребят, мы этих ждали очень давно, так скажем, весь их потенциал хотели использовать непосредственно на наших объектах федерального значения. Работать будут непосредственно на предприятии, на заточных объектах. Перед тем, как выйти на производство, для активистов стройотряда проводят 3-часовой инструктаж. Правила безопасности многие знают, а вот особенности въезда в город и прохода на комбинат – единицы. Инструктаж по пропускному режиму, чтобы не было никаких инцидентов и с пропусками, и чтобы соблюдали технику безопасности, никаких инцидентов не было, потому что они у нас выходят работать на строительные объекты. Активисты стройотряда в Озерске пробудут месяц. По словам начальника ремонтно-строительного управления «Маяка», после окончания институтов их будут готовы принять работать на комбинат. Артем Шуварин, Алексей Женин, информационный центр ВГУП ПО «Маяк».